Уже сегодня вступает в силу постановление правительства Мурманской области. Это значит, первые зрители смогут посетить кинотеатры и кинозалы. Также с 19 декабря стартует новый сезон в областной филармонии. К этому списку присоединится и Мурманский океанариум. Все учреждения после снятия ограничений должны соблюдать правила рассадки зрителей в шахматном порядке. Также обеспечивать заполняемость залов не более 50% посадочных мест. Установить интервалы между сеансами не менее 30 минут для проветривания и уборки. И продавать билеты бесконтактным способом.